Если говорить, что это был энергичный концерт, ничего не сказать. Определенно знаковый. Здесь я черпаю свое вдохновение. Так получилось, что мечты сбываются. Очень долго записывали эту песню. Часов 9, наверное, я не выходила из студии. Что касается самой исполнительницы, я придержусь, пожалуй. Если бы, наверное, меня туда пригласили, я бы еще 1000 раз подумала.